Здесь у нас временный пункт дислокации Стэна, пока он отдыхает. Собственно, он в ванне. А эта ручка для него в данный момент небольшая жердочка в качестве передышки. Он уже немного устал плавать, поэтому я временно посадил его сюда. Но немножко отдохнет и продолжим заплыв. Все в целях для того, чтобы согнать жирок, который он копит просто лежа у себя в террариуме. Особенно после сытного завтрака сегодняшнего. Как бы еда уже переварилась за 12 часов, поэтому можно и погонять его. Тем более вода теплая, он имеет возможность просериться. Что он и сделал немного ранее. Все-таки вода стимулирующий фактор в испражнении наших варанов. Поверни свою очаровательную головку. Не хочешь? Да, собственно, наш варанчик уже длиной 58 сантиметров. Измерял его буквально вчера. Растет. Притом, чем сытнее обеды и выше температуры в терриуме, тем все это лучше усваивается. И, соответственно, варан набирает вес. Конечно же, необходимы добавки кальция и витаминов, чтобы варан рос активным и сильным. А сейчас он немного вялотекущий, потому что устал. Но вот он уже пару минут отдыхает, и время немножко искупать его снова. Ну-ка. Подтянется, не подтянется. Тренируем передние лапы. Может, это и выглядит как издевательство, но все-таки немножко забавно. Ну, он стойко сносит все тяготы. Но все равно долго не провисит. Все-таки лапки у него коротковаты, чтобы подтягиваться на них. Да, особенностью нашего капского баранчика состоит в том, что у него нерабочий мизинец передней правой лапки. Он мне таким достался при покупке, значит, повредил пальцем еще в молодости. Он у него не сгибается практически, но... О, какой молодец. Забрался повыше. Мужает. Да, Стэн? Ты у нас мужаешь. Мужественный ящер. И все равно медленно сползаешь. Собственно, да, он не таким достался по наследству. И, кроме всего прочего, у него была другая особенность. Маленький отсыхающий кончик хвоста, видимо, тоже где-то неудачно зажатый. Но все нормально, после некоторого времени он на него отсох и отвалился. И, как можно видеть, на хвосте это практически никак не сказалось. Он у него растет нормальным. Некроза ткани нет. И... Ух ты. Подтянулись. Он молодец какой. Молодец. Но в камеру смотреть все равно не хочешь, да? Как у меня достали со своей камеры люди. Хватит меня уже мучить, доставь меня на сушу. Но он молодец, соображает, что нужно делать, чтобы... Ой, почти.
Неудача. Но немного поплавает, я его выну. На сегодня наши процедуры съемка закончена.